Всем привет, это Арвина СЛТ и Грех Тех. Ну, для начала хочу сказать, что вот решил восстановить свою композитную броню. Ну, она мне хорошо служит, надо уважать, так сказать, старые доспехи, тем более на новые у меня чего-нибудь, ну, особенно нету. Побывал в пустыню, добыл чуть-чуть этих самых, ну, вы помните. Так, берем доспехи, оказывается, чинится на композитом, как композит делается, вы его, наверное, видели. Так, я уже знал, что 4, потому что я делал по одной пластинке, и, точнее, ну, по одной пластинке, так, рецепт. Ну, вот как композит, то не знает, если нечаянно смотрит серию композитный слиток, и его рецепт в зависимости от использованных компонентов получаете разное количество. Даже вот как видите, вот 4 для этого надо: сталин, стел, брас и алюминий. Ну, это мне пока недоступно, но вещь хорошая. Я уже этих вот штанов и все очень много израсходовал, а это самое всего прочего у меня вот эти уже штаны все поменял, а этот как был, так и есть, и он хорошо держит удар и все прочее. Так, дальше. Так, нам надо этот, надо купе. Брас мне не понадобится, железо чуть возьмем, тина, магнезиум не надо. Дамаску стель, кстати, нашел недавно в этом данже, также нашел холи вотер, этот пурпурный дринк, немножко еды, вот нашел зонт трубы, правда не особенно знаю, для чего он нужен, но апгрейдил немножко свою кирку, теперь она 72 урона, все хочу апгрейдить, еще меч на 8, видите, надо 8-слойный, 20 урона, и тут вот тоже 8-слойный, но тут по 20 ФТП, так что ФПС 20 надо, так что так, заряжайтесь пока, мисс. Вот, так, сейчас посмотрим, что это вот за хрень. И что она делает? И что это такое? Слушай, Shift ПК по трубе. Shift и ПК. И. Ну, короче, неведомая для меня на данный момент штучка. Так, значит, следующее. Так, мне надо будет, по-моему, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, режим обычные рецепты. Переплавляем. Так, сегодня я собираюсь. А, я, кстати, еще пока не забыл. Сделал себе портал в край. Ну, имею в виду телепорт в край. Вот он. Вот этот вот. Не убрал этот мод. Сами видите. Вещь удобная, он чпок. И мы, блин, где тут? И мы вот в краю. Вот моя фермочка маленькая этих самых шепелявок. Вот. И что, чпок домой. Вот. Потому что, ну, не знаю, читерно, не читерно, но мне нравится такая система. Так, ну что, займемся электричеством. Странно, почему море начало работать? А, ну да, я же там появился в море. Так, значит, следующее. Так, тут у меня редстоун перерубается. Так, начнем крафтить вот эту вот штукенцию, где она. Блин, только что видел и забыл, потерял. Вот, мне надо для начала басик газ-турбина. Да, Advance, она уже алюминий нужен, так что про Advance пока забыть, сразу перескочить не получится. Так, дальше. Для Advance нам надо, начнем с этого, машины 0, ага, понятно. Дальше нам надо Team Cable, Team Cable. Для тин кабли нам надо вот это. И так, что-то тин переплавить, но еще его там много понадобится. Ага.
переплавляйся. Ты тут дорогу докончил. Давай быстрее доканчивай. Все, молодец. Так. Давай, пластинки нам понадобятся. Также медные пластинки понадобятся. Довольно-таки немало. Так, медь, бронза, сталь, простая сталь, железо есть. Так, покатило. Так, где мой ключик? Надеюсь, этот подойдет. Это надо, это. Ага. Так, эти мне пока не нужны. Освободим место. Бутерброды положим пока там всякой хрени. Так, ведро не надо, не надо. Это тоже не надо. Так, вот оставим покушать. Нет, сначала вот это. Так, что покатило? Для начала нам машина, кейсинг нужен, да? Ага, хрена, этот не подходит. Ключа у меня нету, я так понимаю, да? Иди сюда. Кусочек дерева дай. Так, иди обратно. Делаем раз. Делаем два. Так, и делаем нормальный инструмент уже из стали. Ну, извините, сталь, она надежней. Так, блин, не то сделал. Чё вы молчите, чё не говорите, что я не то сделал. Хотя, наверное, вы там орёте, я не слышу. Так, ложим его и делаем машина кейсинг. Так, сделали. Так, олово готово. Для чего мне надо олово, спросите? А, сделать проводки. Вот они, проводки. Цинк вире. Ну, неважно, главное надо. Ага, кусачки. Грехтеховские, да? Ну ладно, делаем грехтеховские. Так, для этого нам надо сталь, ее спилить в рот. Блин, надо пила. Пила. Сейчас будем делать байер. Пилой распиливать. Пилой из железа распиливать сталь. Интересно, пилой из железа алмазную в рот можно распилить или нет? Ну, тут у нас, я так понимаю, все возможно. Так, берем это, получаем винтик. Еще два надо, по-моему. Раз. Стоп. Сначала надо посмотреть. Материалов не особенно много. Так, два вируса. Два роуда. Раз, два. Ну, советую сразу инструменты делать хорошие, потому что поначалу у вас их не особенно будет. Так, и... Оп, нет, оп, не вышло. Так, три пластины, винтик и две палочки. Дальше, отвертка, надфиль и... Добьем эти кувалда. Местами поменять. Нет? Че не так? Отвертка, кувалда, надфиль. Ну блин, ну тут ж могли. Вот они есть. Так. Мне надо вот. Вот. Нет, не такие. Ага. Раз, два, три, четыре. Ладно, пока мы с 4 сделаем. Так, что я делал? Ага. Так, по-моему, он одевается вот таким макаром. Что не так? Так, усы. Ага, лоб, батарея, буфер есть даже. Хорошо. Не то, не то, не то, не то, не то, не то. Не то, не то, не то, не то, не то. Так, как они делаются? Так, следующее. Вот он. Тин-кабель. А, пластинка. Ну, да, точно. Пластинка. Я уже про нее забыл. Это же грехтех. Так, ложим надфиль. Получаем вот это. И, по-моему, так. Ага, вот он. Дальше идем вот к этой супер-пупер штуки и плавим сколько раз? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну ладно, до начала 8. Раз, два. Так, получаем пластины.
три, раз, два, мне пока мисс надо, этот откладываем. Так, машина, no casing, есть. Так, ложим его сюда, тут будем складывать все, что мне надо. Так, дальше, это мы сделали. Так, поехали дальше. Дальше нам надо микросхемы. Микросхемы делаются или так. Это мы не можем. Не можем. Так, вот нам подходит вариант. Ага, можем. Или грехтеховский медный, или этим. И нанчип. Понятно. Так, я уже подготовил лой вирес от УСМ. Не усы, а рецепт делается вот он какие-то, ну и вот этот вот, как он получается, слиток переплавкой меди плюс 3 4 редстоуна вот в этой штуке, и можешь это сделать, но не уверен. Так, для этого нам надо сколько там, раз, два, один анчип, 3-4, второй нанчип, третий, так, 8 этих проволочек, и что там еще надо было, я уже забыл. Ой, это как делается штукенция, таким же способом, я так чую. Басик, интересно, как это басик получить. Ну ладно, делаем этот. Так, нанчип тинвире и оболочка из закаленного. Тинплата, тинвире. Так, мне надо раз, два. И кусачки. Раз, два. Так, вообще-то я делаю нант. Мне 4 нанчипа надо. Так, и раз, два. Раз, два. Две, 4 оболочки. Да? Так, делаем нанчипы. Вот таким способом они сложно делаются. В четвертой версии была по-другому, по-моему, как-то. Так, теперь меди, 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 меди. Так, как же мне из нее получить? Опа. Так, такой проводок, медный провод. Как можно? Только из пластин, да? Да, только из пластин. Мне надо 12. Ой-ё, сколько же это меди надо переколошматить-то. Можно было, конечно, в той, но я, видите, не подготовился. Так, дальше. Режем это на медные проводки. Так, вот выгоднее делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 12 мне, по-моему, надо. Вот, 14 сделал. Ну, черт. Так, 14 рубер сделали. Так, теперь это сюда-сюда. Нанчипы и стальные пластины. Так, первые наши микросхемки. Идите сюда. Так, кстати, мне тут еще один надо будет проводочек. Так, иди сюда. Не, не так. Так, вот он. И рубербар. Так, вот для чего у меня было 7. Так, ты идешь вниз. Тут будет два мотора. Или что это у нас такое? Электрик моторы. Ага. Тин. Ясно. Вспомнили. Так, идите сюда. Тин. Так, тина маловато будет. Тина еще надо будет. 28. 32. Тина мне надо будет много, короче. Так, тут у меня нету платы, нету. Так, надо железо. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Один омагниченный. Получаем 6 вот этих во. Редстоун, блин. Чего он у меня не бегает, интересно? Что-то ввели новое, что ли? Давай, проходи. Так, редстоуна. Нашел жилу редстоуна, поэтому у меня редстоуна полно. Давай, беги. Так,
намагничиваем вот таким вот способом. Потом у нас будет машинка. Когда-нибудь в будущем так это есть. Так, дальше какие там проводки-то нужны были? Купервиры. И так, раз, два, три, четыре. Свечник не так ложу. Так, четыре этих и копера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь надо штучек. Так, где инструмент? Восемь. Как-то не очень выгодно. Так, раз, два, три, четыре. По-моему, они изолированные должны быть. Топлю, ребята, извините. Так, да, изолированные. У нас тут вроде бы где-то рубер бар перерубался. Так, раз, два. Чё не так? Четыре. Что-то проглючило. Так, заизолированные. Четыре. Так, раз. Не, не так. Раз, два. И этих сюда два. Этих сюда два. Нет, не так. Так. Так, так. Не, все правильно было. Так, так. Так, 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 и вот так. Два electrical motors. Так, и сейчас вот эти вот... ага, это я знаю, как делается, это ткувал, ясно. Вот для чего нам надо тина. Так, раз, два, три колечка. И раз, два, три вот этих... штуки, 6 всего, да, и нет, это над напильником надо делать, напильник, берем напильник, 6, так, 3 отправляем, режем на тиновские вот эти вот штуки, и потом их превращаем в винтики. Ах ты, еще забыл. А, роуды надо. И кувалды превращать. Этот. Колечки. И теперь нам надо тин вот эти вот платы, да? Угу. Так, 20 у меня. Раз, два, три, четыре. Так, колечки сюда. Это сюда. Так, дальше, по-моему, тут кувалдометр, надфиль, отвертка. О, угадал. Так. И вроде бы все. Так, два микросхема. Это вот нам пригодится. Две микросхемы. Три вентилятора. Так, тренируем память. Ноль. Два электрик мотора и внизу проволочка. Basic Steam Turbina. Вот она, моя гордость. Так, где мне ее поставить? Так, у меня вот тут вот идет. Так, 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 так. Шлепть. Угу, конечно, как всегда, не так повернул. Так, мне выход надо будет вот этой пипки сюда. Да, да. Так, теперь мы ее сделали. И теперь нам надо к ней сделать электрического, сборщик электричества. Можно, конечно, сделать этот самый буфер. Но там надо батарейки. Поэтому самое в начале, самое легкое, индустриал никуда не деется. Вот этот вот Макс. Для него нам надо очень много будет штук всяких.
полезных. Так, мех. Так, для начала 3 свинца, 3 сульфура. Так, 3 сульфура. Дальше 7 проводов. У меня есть только 2. Раз, два, три, четыре. 7 проводов. Делаем. Ах ты ж, я забыл, что они удваиваются. И так, рубербара у меня нету, да? 10. Раз, два, 10. Пережаривай. А его есть. Не пережаривай. Так, 9, 10, 7 проводов. Ладно, провода пригодятся. Бронзплейт. Мне их надо будет 15 штук. Раз, два, три. 15 штук. Вот они. 15 штук. Ложим кувалду и... Сломалось. Вторую ложим. Готово. Так, делаем раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Я сказал по три. Так, эти провода ложим сюда. Ну, индустриал это легко, это я наизусть помню уже. Делали, плавали. Вот, три батарейки. Дальше мне надо 5 бронзовых плат. Раз, два. Вот они, платы. Кувалда шлет. Так, раз, два, три, четыре, пять. Это так. Аккумулятор сюдемос, и вот сюдемос. Вот он, аккумулятор. Его подключаем сюда. Так, вот. Он у нас выдается 28 УЕ за тик. Так, значит, 128 УЕ за тик. Мне нужен трансформатор. Такие трансформаторы... Тут, в принципе, подходит, но они мне не нужны. Мне надо индустриальный, нормальный грехтеховский. Так, сам трансформер. Так, ЛВ машины 0, ЛВ машины 0. Эти трансформаторы, ультра лоу вольт трансформатор, вольтажи. Так, вот, ин 128, выход 32. Тин кабли, лоб машин 0. Ага. Лоб вольтажи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. У меня есть только 8. Тин плайта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девять мои штуки. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пластины есть. Пластины нету. Так, печки работают хорошо. Так, 7 пластинок давай мне. Ты пока мисс разбирай. Ну, пошумим немножко. Что за на? А, даже так. 4. Чё, рубер? Рубер кончился, что ли? Так, а эту можно перегнать, что пластину? Ага. Ну ладно, сделаем пока мисс нул, этот самый машинин кейсинг 0. Делаем раз, делаем два. Делаем так, два этих, раз, два, вот, и машинин кейсинг 0. Все, приехали. Ладно, извините. Так, продолжим, повторим курс изготовления резины. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да пофиг. Семь, так семь. Где-то у меня может есть. Ну, берем краник. Делаем краник. Берем его в руки. Куды попер. Шпок.
трансформируемся сюда и идем к нашим деревьям, ну, полностью еще, конечно, не обработаем их так, и собираем резину. Ну, это курс молодого бойца, кто вообще без понятия, как эта резина делается. Грехтех, я имею в виду. Индустриали там чуть все полегче. Так, так, еще где у нас тут резина? Я и правда эти деревья так до сих пор и не обобрал, хотя уже пора им заняться. Я с наином все собираюсь резиновый тростник вывести. Но у меня это пока мест не выходит. О, куды? Так, где-то тут еще видел, где-то тут я еще видел. Ну ладно, думаю, нам этого хватит. Так, идем сюда. Так, дальше нам надо экстрактор. Без него никак. Что за мусор? А, понятно, в чем дело. Берем резину, молоток и включаем. Так. Давай, 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 давай. Так, чем мы можем еще заняться? Так, во-первых, все скидываем. Все, что нам не надо. Так, берем. Ну, мне надо будет сейчас кувалда, что-нибудь поесть. Так, вот эта вот штука. И надо вообще-то сюда пар провести. Поведу его, наверное, вот от Седова. Пойду я посмотрю, какие у меня провода есть. Грехтеховские. Не грехтеховские, вот эти вот самые. Так, у меня есть 14 жидкостных высокого давления. Рецепт. Расплавленный кварц. Ага. Прозрачный. Так, этого мне хватает. Кварц. Кварц. Ладно. Кварц не проблема. Накопаем. Главное, высокого давления мне надо. Высокого. Давай, плавься. Обычные рецепты. Только сплавы. Так, что у нас тут? 6. Давай. Так, 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 должно хватить. Так, провода. 5, 3. Ах ты ж. А, вот еще. Так, это сюда, это сюда. 5 проводов. Лов. ЛВ кейсинг. Ложим его и делаем трансформатор. Чего? Что не так? Лофт, трансформатор, ЛВ машины 0. ЛВ машины 0. Вот оно что, Семёныч. Один медный нужен. Как оно ни странно. Медь. А, я уже взял медь. Так, где этот наш кусака? Вот что значит невнимательно рецепты смотреть. Так, берем медь. Иди сюда. Так. Вот то паразит, а? Смотрите, из двух делает одну пластину. Так. Пошли дальше. Так, это сюда. Раз, два, три, четыре. И... Вот он, трансформатор. Трансформатор. Значит, его, по-моему, ставим так. Ага, вот выходы на электропитание. Вот она, первые машины. И осталось всё эту штуку за... Не, ну вот это зачем? Кстати, с трансформатором, знаю, вот эти вот провода греховские, они ничем не снимаются, кроме как вот кусачками из грехтеха. Ну, это так, кто не знает.
Так, что-то там нажарил, 6 проводов. Так, берем вот эту вот штуку и делаем высокое давление 18. Так, 18. А мне тут надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Должно хватить. Ладно, я тут уж показывать, как это копать, не буду. Сейчас верну. Да, я, конечно, молодец. Раскурочил половину дома, чтобы провести отсюда туда провода. А потом вспомнил, что мне-то надо от этого бака, от накопителя проводить. Так что, ну, черт за ним. Так, значит, тут у нас... что за... Вот, это у нас подача. Помещать. Так, тут у нас все равно ничего нету. Так, так. И вот так. Надеюсь, этой турбине хватит. Но не тупи. Вот. Так, берем этот. Подсоединяем. И смотрим, что у нас получается. А у нас ничего не получается. Где энергия? Что она не выдает? Что не так? А я к часам не... А я часам не тут подавать надо. Так. Ну. Проснулась, да? Оп. Так, вход, выход, извлекать, помещать. И чё за... Ну, ты должна идти. Помещать. Чего ты не идешь-то, а? Куда тебя подключать-то? А, однако ж, кувалда, тут... хочешь сказать, так надо? Да, кстати, вот магнит есть. Сделал. Делается довольно-таки просто. Вот она сумочка. Вот он магнит. Делается он таким макаром. Макаром вот таким. Рецепт. А, и он заряжен, поэтому не даст показывать. Так, где он? Он делается проводящий железо, брат. В общем, нажимаем шифт-клик, и он все нам достает. Так, играемся дальше с Ender.io. Что ж тебе, мать твою, не нравится? Где ты там принимаешь эту свою гребаную фару? Так, о, вроде что-то пошло. Так и не говоришь, что кто пимпочки надо тебе поворачивать. Так, где это, блин, ну что-то пимпочка, это не выход энергии, а выход пара. Чтоб тебя... Так. На. На. Ну, газ, турбина. Весь газ, турбина. Твою дивизию. Basic газ турбина. Steam турбина. Осел. Ой-ой-ой. Ладно. Пригодится.
Такого осла еще, наверное, ни один интернет не видел. Вы там, наверное, орали, смеялись. А я построил Basic Gas Turbine. Она работает на... Ну, пригодится, конечно, но... Ай. В общем, Basic Steam Turbine, вот она. Чуть-чуть делается легче. Электрик мотор, это, ну, он бронзовый флуид, это вы и знаете. Сейчас за кадром сделаю, поставлю, запущу. Ой, осел, ой. Так, почти что закончил эту машинку. Так, последний компонент, вот это вот. Так, скидываем все, что мне пока не надо. Так, это забираем. Ой, осел, как же я так опростоволосился. Делать одно, а получить другое. Так, это сюда, 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 два мотора. И вот это СМАЛ 800. Блин, еще и трубы не те. Так, турбина, бронза. Так, 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 8. Блин, еще этих не хватит, наверное. Так, где мои бронзы плейт? Бронза. Так, ладно, еще нажарим к сплавы. Сплавы, раз, два. Блин, еще трубы не те. Так, кувалда. 4 еще надо. Так, вот они, 8. Где они там? Так. Так, 8, 6. Так, как они там делают эти трубы? Откат, отвертка и кувалда. Так, 2400. Так, посмотрим еще на всякий случай. То тут может опять что-то френч и кувалда. А, вот она, вот она. Две трубы. Так, вроде бы сейчас все. Раз, два, три, четыре, пять, Basic Steam Turbine. Ну вот, и достижение появилось. Блин. Ставим. Не так поставил. Где? Так, а как ее сейчас повернуть? Забрали. Вот, сюда выход к пимпочке. Сюда ставим вот этот вот. Ладно, и тебя уберем на всякий случай. Так, трансформатор, насколько я помню, ставится вот так. Да, вот эта большая, это означает вход. Так, и оп. Опа. Так, ну, вот он газ, вот оно электричество. И, ну, наконец-то, блин, так, тут делаем помещать. Все, у нас есть электричество. 128 ОЕ за тик. Трансформатор выдает 32. Правда, может, не так красиво. Так, я, наверное, переделаю эту систему. Правда, больше проводов идет. Так, идет сюда. Где этот вот. Так, еще раз колбасим тут все. Так, сносим этот. Так, поворот сюда. Трансформатор. Чпок. Ты поворачивайся вверх. Ага. Так, где тут? Лично не вижу. Так, на всякий случай проверяем, все ли хорошо встало. Ну, я не сам себе не доверяю уже. Так, тут везде 30, маленькая дырочка, это значит 32 выход. И 32. Вот, все, везде у нас по 32 выхода. Этот заряжается. Все хорошо. Steam у нас сейчас
Да, у нас Стима не хватает, но зато у нас... так, подождите, а печи у меня все работают? Печи. О, печи все нагреваются. Теперь хотя бы у нас Steam будет лишний, когда простаивают, уходить в трансформатор. А вот тут у меня пойдут жик сюда провода. Провода, кстати, вот эти вот, они не подойдут к нему. Вот, смотрите, чпок. Эти, он не подсоединяется. По-моему, можно кувалдой сбивать. Да. Сюда подсоединяются только вот такие. Так, подождите, может, сейчас можно снизу подать не этот ключ, сделать красиво. Как-то я не подумал. Так. Выпустите меня отсюда. Ладно, громить, так, делать так красиво, так. Ага, вот это сюда, так. Ага, понятно. Этот подключаем, этот. Так, идет тут пар. Пар подается вроде бы. Так, тут настраиваем помещать, а тут отключим. Все. Так, пар идет. Электричество копится. Копится. Очень медленно, но копится. Вот, теперь у меня есть стим-турбина. Теперь мне надо будет делать вот эти вот баки побольше. Она у меня будет все съедать. И что ж, это было Львина Солте. Так, да, кстати, посмотрим, что у нас тут. Ну, кончился. А я тут хожу, не вижу. Так, раз, два, три. Уголь надо будет автоматизировать более-менее вот эту вот штукинцу. Так, давай, жарься. Жарься, че тут без остановки. Мне надо будет машин много. Вот, это было Львиное Солте. Если понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Напишите, за что. Вот. Басик, газ. Так, смотрим ачивки. Ой, не настройки. Смотрим, я говорю, ачивки, достижения. Следующее, что у нас идет? Так, это селекция. Это надо будет делать селекционерную эту штуку. Нанчип улучшенная. Это еще тут очень много приборов надо делать. Так, это мы сделали. Это сделали. Батарея с буфер. Крафтинг батарея с буфер. Сделаем. Electric bus for. Ой, до этого далеко. Electric problems. Slows machine do it over voltage. But which are forget both. Ага, понятно. Робот. Помпа. Это будем делать. Что? Ага, надо будет ассемблер делать. Транспорт. Ну, это уже хочешь не хочешь, будешь делать все. Так, это сделали. Прессуры. Так, это что, экстрем прессуры? Шарп мессератор. О, мессератор. Комплекс алой. Алюминий. Далеко. Апгрейд. Ой. 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 Ой-ой-ой. Вот, и ладно, замечтался я. Все, пока.